Во-первых, необязательность. Вот я, знаете, меня так воспитали. Если ты сказал, ты должен сделать. Если ты обещал, ты должен выполнить. Необязательность, которая существует, как круговая порука, это меня раздражает. Кроме того, вранье, лживость, фальшивость, неискренность, вот это меня тоже раздражает. Понимаете? И третье, меня раздражает в людях, которые даже не очень чего-то многого добились, это высокомерие. Понимаете, мы все равны. Ты сегодня там, потому что там тебя вознесла, я не знаю, твоя какая-то книга, или тебя вознес фильм, или вознес... Но все равно ты такой же человек. Людей неинтересных в мире нет. Я ко всем отношусь с одинаковым уважением. Ну, кроме тех подлецов, негодяев, о которых я говорю, да, которых я просто не уважаю, я к ним никак не отношусь. Вот. Но, в принципе, мы одна семья, и человек приходит в этот мир для того, чтобы подарить себя и получить от другого то, что ты даришь другому, понимаете? Мы все едины, и мы все равны. И вот слава – это все приходящее. И слава никому не дает права смотреть сверху вниз. Вот я смотрю прямо на всех, кто бы ни был, гений или, простите меня, водитель. Потому что это человек, а это самое дорогое, это Господь. Он привел на землю человека. И будем уважать друг друга.